Всем привет, дорогие друзья, с вами я тут. Мы продолжим играть в Fallout Shelter в 999 убежище. К нам тут пришел чувачок, которого позвала радиостанция. И радиостанция, я вижу, еще одного позвала. Давайте попробуем принять его. Отлично, это не женщина. Женщину мы отправили с вами в пустошь. Она у нас, слушайте, она у нас что-то уже даже нашла. Но она у нас пойдет, умрет, и собака нам потом все назад принесет. Так, давайте мы посмотрим с вами, кто к нам пришел и что мы с ними можем хорошего сделать. Точнее, я даже знаю, что мы теперь будем сделать. Мы же с вами провели эксперимент, который проверяет нам целесообразность прокачки Е с минимальных уровней. Поэтому мы их отправляем сразу Е и качать. То есть, чем раньше они накачаются, тем толку будет с них больше, друзья. И поэтому мы теперь всех, прям вот всех отправляем качать Ешечку. Кстати, наверное, надо отправить и здесь кого-нибудь еще тоже туда качать. Вот почему-то вот этот чел у нас с Сэшечкой здесь ходит, непонятно. Давайте-ка мы его сейчас отправим в соответствующую комнату. Вот она у нас, Сэшечка. Есть у нас еще один прокачанный перс 30 уровня. Я думаю, что мы его сейчас с вами отправим в пустошь, не куда-нибудь. Так, есть у нас какое-нибудь достойное оружие? Оружия достойного пока что нет. Не страшно. Сейчас мы ему подберем достойное оружие. Давайте-ка мы его поднимем вот сюда вот повыше, чтобы он у нас здесь под рукой был. И сейчас найдем у кого-нибудь свободный пушкин. Хороший. Хороший свободный пушкин. Так, это у нас чего получается? 14-16. Огнемет у нас 15-19. Ну, может быть, огнемет ему дать, как вы думаете? Да, давайте, наверное, огнемет. Хотя здесь даже я, по-моему, где-то видел и еще что-то более приличное. Тынк. Есть у нас даже хламотрон. Да, давайте, наверное, ему огнемет дадим. Отберем у него пушечку. Выдадим вот этому кексику дробовичок. А ему дадим... Ох ты, боже ж мой. Не вовремя ребята пришли. Ладно, давайте готовить оборону. Сюда. Сюда. И сюда. Ну что, давайте. Давайте сейчас будем обороняться. Так, все, понеслась. Главное не потерять. Не потерять никого. Я готов к обороне, готов к обороне, готов. Раз, раз. Давайте сдохните, сволочуги. Готово. Так, первую комнату они прошли. Походу робот сейчас у нас скукожится. Так, есть. Отлично. Ждем дальше. Давайте дохните уже, тварюги. Во, первый пошел. Тэнкс. Есть. Так, этот скукожился. И у нас 1-1. Уже 2-1. Так. Ну чё, давай, беги дальше. Давайте апнемся. И пусть он тоже вступит в битву. Есть. Все, добивайте его. Лечимся. Готово. Все, друзья, мы отбились. Я надеюсь, в ближайшее время больше такие сволочуги к нам приходить не будут. Ну, а мы с вами продолжаем выполнять. У нас есть задание по обеспечению правопорядка в нашем подземном убежище. Я шучу. Не по обеспечению правопорядка, а нужно ликвидировать 28 всяких происшествий. Сейчас мы этим будем с вами заниматься. Но я хочу перед тем, как мы этим начнем заниматься, отправить... на прокачку нашего доктора. Так, вот он, доктор. Дайте мы ему, так, посмотрим, что у нас здесь есть по заданиям. Может быть, что-то еще сделаем. Выполнить серию критических ударов, не допустить. Не, здесь ничего не потребуется. Тогда даем ему ретривера и отправляем его. Так, стоп, у нас, наверное, нету нужного количества стимпаков и антирадина. Да, придется вначале набрать все это дело. Давайте будем набирать. Поехали.
Активируем. Есть контакт. Давайте еще. Эх, провал. Так, пожар, пожар, не-не-не, пожар я не хочу. Уходим, пожар здесь какой-то злой. Все, бежим, бежим сюда. И робота тоже спасаем. Все, пусть пожар сам себя тушит. Так, здесь у нас сейчас не получилось с вами. Можно вот здесь вот еще посмотреть. Тоже можно стимпаков сделать. Так, ну и у нас, я так понимаю, что есть некоторый недобор вот в этой комнате по производству энергетики. Ладно, посмотрим. Да, на, привет. Так, давайте попробуем вот здесь вот сейчас ускориться. Нет. Не получилось. Ладно, давайте вот так. Мы справимся, я знаю. Не совсем понятно, почему мы не смогли апнуть стимпаки. Кстати, смотрите, это же нам на руку. Мы сейчас будем с вами либо делать стимпаки, либо разбираться с проблемами в убежище. Поэтому, в принципе, наверное, сейчас здесь у нас что, 53 минуты. Давайте мы вот этих ребят сюда переселим. И чтобы проще им было разбираться с проблемами. Стоп, 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 стоп. Есть. И знаете, что мы еще сейчас сделаем? Мы сюда еще попугая повесим. Вот так вот. Так, давайте здесь попробуем еще раз ускориться. Не знаю, надеюсь, у нас все получится. Нет. Увы, ах. Ладно, пусть справляется. Вроде таракан, это не самое страшное, что может быть. Ну, к сожалению, попугая у нас здесь не было. Ладно. Фиг с ним. Давайте сюда возвращаемся и попробуем здесь ускориться. Так, пошла движуха. Отлично. Давайте еще. О, хорошо пошло. Смотрим, что у нас там по стимпакам. Ну, я думаю, что мы уже можем отправить нашего Кексика, доктора Кексика, в пустошь. Давайте отправляем его на разведку, пусть он шлепает у нас туда. Так, а мы возвращаемся опять к нашим друзьям и опять пытаемся накрафтить себе стимпаков. Так, есть, отлично, у нас все получается, здорово, это супер. Да вообще красота, смотрите как. Так, провал. Ну, нас провал вполне тоже устроит. Пожар это, конечно, не самое лучшее, что может быть, но я думаю, что мы с ним справимся. Есть. Давайте отхилимся. Отлично. И давайте ускоримся. Опять провал. Отлично. Каратокрысы, это уже лучше. Давайте, мочите, мочите их. Давайте, пучтите их на чипсы. Вот так вот. 9 уже происшествий. Быстро они как нам сняли все. Смотрите-ка. Так. Ну, давайте еще раз подхилимся. Ну, в смысле, не подхилимся, а еще раз активизируем. А подхиливаться мы будем уже в процессе. И есть контакт. Давайте еще. Ну, ё-моё. Так, вот это хуже. Блин. Так. Так, сюда. Давай. Сюда, сюда. Есть. Справились мы с этой проблемой. Нам нужны стимпаки еще. Давайте еще раз попробуем ускориться. Опять у нас провал. Блин, пожар, черт. Задолбал меня пожар. Он прям настолько хпшечек выносит, что просто жесть какая-то.
не настолько у нас прокачаны персонажи, чтобы с пожаром сражаться. Так, здесь тоже давайте хилимся. И здесь хилимся. Ну ладно, так более-менее нормально. Давайте попробуем еще ускориться. Опять провал, надеюсь, не пожар. Да, рад таракана, это то, что надо. Все, мы его сейчас быстренько кокнем и все. Есть контакт. Так, и нам осталось расправиться с 10 происшествиями. Я думаю, что мы сейчас сделаем с вами небольшой перерывчик. В плане сходим, посмотрим, что у нас там появилось за новое помещение. Во. Давайте-ка глянем. У нас же 42 человека. На 42 человека я уже не помню, что там появляется. Появляется мастерская тем. В принципе, она нам пока совершенно вообще не нужна. Ну, пусть будет. И следующая будет игровая комната, что даст нам возможность прокачивать удачу, лаки. И это даст большое количество денег в убежище притока. Потому что каждая завершенная удачная операция по привлечению, по ускорению, будет также успешной операцией еще и по привлечению денег, потому что будут, ну не каждый будет сыпаться денежки, и все это будет нам отлично помогать. Так, друзья, у нас 9 стимпаков, это мало, надо ускориться. Провал. Это плохо. Так, пошли кротокрысы, разбираемся с ними. Много кротокрысов пошло. Отлично. Так, нам осталось еще 7, получается, с вами успешно выполненных погашений проблем. Давайте этих ребят мы пока оставим. Перейдем вот сюда, перекинем сюда нашего попугайчика. Дадим в помощники вот этого кекса и активируем. Здесь сразу все началось с провала, это, конечно, плохо. 24 из 28. Еще два раза нам нужно справиться с проблемами. Есть, стимпаки пошли. Давайте еще. Опять провал. Кротокрысы. Я думаю, что пора подхилиться. Отлично. Ну и один последний. Последний финальный удар. Когда вот нужен удар последний финальный, нам стимпаки тали. Ладно, пусть будет так, стимпаки тоже не лишние. Так, провал. Опять кротокрейсы. Есть. Есть, все, мы здесь справились. Давайте смотреть, какое нам новое задание дадут. Собрать всего лишь 270 единиц воды. Вообще, абсолютно легкое задание. Давайте-ка мы им займемся сейчас тогда с вами. Этого друга мы сейчас сюда переселим, пусть он там сидит. И птичку мы с вами заберем. Она у нас на воду, по-моему, не влияет, но можно попробовать. Можно попробовать кому-нибудь выдать ее. Через 15 секунд 28 воды мы получим. Посмотрим, 28 зачтут воды или же больше. Ну, мне кажется, что я вот уже делал такие эксперименты, что просто 28 засчитывается, а не в 3 раза выше. Смотрим. Нет, друзья, в 3 раза выше. То есть, точно, я вспомнил, мы же делали в 3... Ой, какой же я тупой и уже с дырявой памятью. Короче, надо жрать шоколад и сахар. И, по-моему, морковку еще надо есть. Я уже забыл, что надо жрать. Короче, окей, друзья, давайте. Давайте тогда мы сейчас, наверное, попробуем... Не будем ускоряться, пусть они в естественном формате собирают нам стимпаки. Ой, слушайте, а смотрите, как они быстро делают. Мы даже без ускорения сейчас все это быстренько соберем и все. Прям красота. Хорошо ребятки работают. Так, у нас тут травка работает, ментос работает. ...42 секунды. Причем, что это помещение неполное, да? То есть вот так вот они прям быстро-быстро все это делают. Так, а у них сколько? По 100%? Нет, 99. Ну, в принципе, можно попробовать один разик ускориться. Шанс должен быть хорошим.
Сейчас мы вот этот... так, Дикие Гули. Дикие Гули, друзья, с 41 уровня начинают прибегать. Кстати, у нас не так много антирадина. Тоже надо это иметь в виду. Но я думаю, что дальше вот этой комнаты они не пробегут. Ну, это мы посмотрим с вами. Так, давайте не будем уже тогда на вход пускать никого. И не получится у нас с вами ускориться. Ладно, фиг с ним. Пусть робот с ним справится. Слушайте, смотрите, какие они шустрые. Робот даже с ними сделать особо ничего не смог. Я вообще не понимаю смысла вот прихода этих диких гулей. Честно. Ну вот они все сдохли. И что? И ничего. Какой-то дебилизм, короче. Если вы понимаете, зачем приходят дикие гули сюда. Нет, я понимаю, что они приходят пограбить и поубивать. Пожрать там что-нибудь и прочее. Но смысла я в них не вижу. То есть обычно они в первой же комнате дохнут. И если там поставить более-менее таких крутых чуваков, то шансов у них вообще никаких не будет. Так, а мы между тем, друзья, собрали с вами 270 единиц воды. И теперь у нас задача стоит собрать 12 стимпаков. Окей, давайте соберем 12 стимпаков. Для этого мы берем птичку и вешаем ее сюда. Смотрим, что у нас тут. Давайте попробуем ускориться. Шанс маленький, но попробуем. Мало ли, может быть, повезет. Не, хрен вам всем, называется. Ладно, не очень-то и хотелось. Убили таракана, зато. Придется теперь ждать с вами целых 3 минуты 34 секунды, но зато мы сразу потом выполним это задание, потому что у нас в этом помещении создается 6 стимпаков, а учитывая то, что попугай на X3, получится, что мы сможем сделать сразу 18, но нам нужно вообще всего только 12. Кстати, с энергией, как я вам говорил, у нас проблема, видите, да? У нас с энергией проблема, друзья. Надо что-то с этим делать. Блин, кого-то сюда надо поместить будет, потому что я так думаю, что мы еще некоторое время... Блин, тут вот уже почти все прокачали. Сколько? Сколько надо? Финальная стадия. Ой. Ладно, друзья, пока что ждем. Пока что ждем. Тыкс. Что-то вот эти ребята какие-то скучные стали. Давайте-ка мы им выдадим по паре хороших палок. Копалок. Одному дадим дробовичок, а второму дадим тоже штурмовую винтовку. Вот у нас есть хорошая штурмовая винтовка, давайте ее дадим. Пусть им станет веселей. Не будут они у нас грустить. В общем, друзья, кстати, надо делать новую генерацию наших с вами людей, которые будут приходить. Обязательно прям сразу будем пускать их, всех пропускать через Ешечку. Потому что если вы начинаете качаться с 31 уровня, то у вас ХП будет, конечно, значительно меньше, нежели со всех других уровней. Это да, именно так. Вот, кстати, Ментоса можно тоже было бы отправить куда-нибудь там в лесок погулять, до 50 уровня покачаться. Ментос, ты напиши, пожалуйста, хочешь ты прогуляться или нет, я тебя тогда в следующем видео отправлю. И вообще пишите побольше про своих персонажей, а то как-то вы их создали и совсем за ними не следите. И, между прочим, друзья, если у вас есть желание, то у нас только где-то, по-моему, 15 человек имеют свои собственные имена, имена наших подписчиков. А если у вас есть желание, то, пожалуйста, пишите, мы будем называть так, как вы хотите. Пожалуйста, у меня есть целый специальный список, куда я вношу, что, как мы, кого называем. Поэтому, если желание есть, пожалуйста, пишите. Так, ну что, здесь мы все сделали, мы с вами ждем стимпаки. Стимпаков нам ждать еще целую 1 минуту, давайте посмотрим, как у нас дела у нашего доктора. Доктор, я смотрю, тут уже бабос набрал всякий. В общем, нормальное оружие рулит, как говорится. Окей. Что у нас здесь? Ну, здесь тоже ничего так, но... Так, но. Ладно, пусть бежит. Не будем ее трогать. В любом случае, ей уже назад не светит вернуться. Она там и закукожится в этой пустоши. Жалко, да, я понимаю, но...
А что делать? Так, я слышал, где-то здесь таинственный незнакомец проявлялся. Где он? Где? Где таинственный незнакомец? Вот в очередной раз скажу, что на телефоне, на планшете играть удобнее, там стоит вибратор, и вы слышите, когда таинственный незнакомец идет. Вот это, конечно, прикольная тема. Так, все, стимпаки мы с вами собрали. Отлично, друзья. У нас просто супер-пупер-мупер. Теперь давайте посмотрим, какое следующее у нас задание будет. Убить не менее 6 врагов-рейдеров у входа в убежище. Теоретически это возможно, да. Я думаю, что мы с этим справимся, только теперь нужно, чтобы рейдеры к нам пришли на вход в убежище, и будет все зашибись. А то обычно к нам приходят все, кто угодно, только не рейдеры. Для того, чтобы мы выполнили с вами это задание, мы сделаем сейчас вот такую штуку. Заберем здесь попугая. Выдадим его кому-нибудь из наших вояк. Вот так вот. И когда придут рейдеры, просто кинем их сюда, вот в эту комнату. Можно, конечно, кого-то вот сюда вот отсюда, конечно, кого-то перебросить. Не знаю, как там проще будет сделать это нам. Давайте, наверное... Да, вот сюда вот просто попугайчика сейчас мы засунем. Отсюда будет проще нам закинуть его. Есть. Так, здесь у нас ребята все с Ешечкой прокачаны, ну и на достаточно низком уровне, но, опять же, не с первого уровня. С первого уровня у нас, к сожалению, как вы понимаете, вообще в нашем убежище никого не может быть, потому что самый маленький уровень, который к нам приходит, это обычно пятый. Они приходят с пустоши, так что у нас выживание. Женщин у нас нет, поэтому детей у нас, в принципе, не рождается. Соответственно, с первого уровня у нас ничего нет, а те люди, которые появляются из по заданиям и из ланчбоксов, из карточек, они, конечно, тоже идут с учетом того, что где-то, наверное, уровень 8 и выше. Если золотые, то там вообще под 20-й, под 30-й уровень. У меня даже, по-моему, как-то 40-й попадался. Ну, можете написать, какие у вас из ланчбоксов с максимальными уровнями люди попадались. Напишите, пожалуйста. Для общего образования, чтобы было интересно. Так, что мы ждем? Мы ждем с вами, когда к нам придут рейдеры. Конечно, можно было бы спровоцировать приход рейдеров тем, чтобы мы бы открывали ворота туда-сюда, ходили туда-сюда, сюда, туда, туда-сюда. Но я совершенно таким образом рейдеров провоцировать не хочу. Почему? Потому что помимо рейдеров могут прийти когти, а когти, в общем, ну как-то не очень позитивные существа лично для меня, особенно на таких уровнях. В общем-то, они даже и на больших уровнях не позитивные, но на таких уровнях они особо не позитивные. Поэтому я думаю, что пока что мы как-нибудь без них обойдемся с вами. Кстати, наверное, вот этих двух новых ребят, которые мы пришли, мы сделаем в новую систему обороны. Мы им сейчас качнем Ешечку, потом качнем Ашечку и потом поставим у двери прокачиваться. Потом, когда они подкачаются чуть-чуть, побольше, мы их уже там прям вот прям сильно-сильно сделаем. И потом они у нас войдут в отряд обороны. Точнее, не в отряд обороны, а в отряд, который будет ходить по пустоши и выполнять всякие задания. Я думаю, что будет вот именно в таком все ключе идти и по такому порядку. Так, что у нас здесь еще? Ишечку покачать нужно. Цешечка почти прокачана. Здесь цешечка почти прокачана. Пэшечку докачать. Здесь пэшечку целиком, цешечка почти прокачана. Ну, слушайте, ну нормально, мы так их уже покачали. Вот здесь вот вообще почти шоколад тот кук. Он, смотрите, у него цешечка сейчас будет докачана, а эльку ему докачать-то вот шишечка маленькая осталась, и все. И он будет вообще супер. Супер-пупер, при этом он 20 уровень, то есть у него там и жизни будет много, с учетом того, что он раньше начал качаться. Ну, в общем, такая вот ситуация. Так, ладно, ладно, здесь еще пышечку, цешечку, ну, эльку потом. Элька ни у кого у нас не качана, это потому что у нас просто еще ее нету. Так, ну вот я накаркал, друзья.
Пришли когти смерти. Придется нам опять держать оборону. Да ладно, давайте. Раскидываем наших пацанов по необходимым комнатам. Пусть они у нас будут сейчас... А что, эти дождут? Блин, вот им бы там какую-нибудь бомбу подложить здесь. Вообще я плохо представляю, как когти могут прорвать оборону подземного убежища. Честно. Если вы играли там в какой-нибудь большой Fallout, тык-тык, то представляете, что, ну, в общем, это достаточно сложно сделать. То есть там такая дверюга, что, конечно, никакой коготь просто ничего сделать не может. Но при этом здесь она ломается как-то на раз-два. Так, лечимся. Отлично. Пока что идет все супер. Пока что идет все так, как мне нравится. Только мне хотелось бы, чтобы вместо когтей пришли... Давайте вот подхилим здесь. Пришли бандосики, рейдеры. Я думаю, что это было бы более как-то полезно для нас. Стой. Так, хилимся. Так, один готов. А, ну, собственно, у нас один и остался. Ладно, сейчас мы с ним справимся, я думаю. Хилимся. Отлично. Все, смотрите-ка. Даже уже по второму кругу не пробежал. То есть пробежал по всем комнатам и в конце сдох. Ну, это, по-моему, отличная новость. Мы скоро его, наверное, даже уже пускать сюда не будем. Он будет дохнуть до этой комнаты. Ну, и нам еще какое-то время придется подождать до этого. Не знаю, здесь 24 уровень сейчас будет. Наверное, есть смысл просто чуть-чуть подождать. Здесь точно смысла подхиливаться нет. Здесь вроде так более-менее хпшечки. Я просто стараюсь экономить стимпаки, потому что у нас стимпаков не так много. Кстати, есть смысл вот этого дедана сейчас через 19 секунд переселить вот в эту комнату, чтобы он начал делать нам антиродинчик. Антиродинчик, потому что вы видели уже, что начинают прибегать к нам гули. Вот. Гули — это вещь не очень хорошая. И у нас, кстати, я вижу, или с электричеством проблема. Надо кого-то будет сейчас, наверное, на электричество поставить, чтобы побыстрее. Сейчас мы кого-нибудь отсюда перекинем. Вот у нас есть хорошо прокачанный чел. Мы его сейчас временно перекинем с вами вот сюда. Пусть он туда у нас пойдет. Он у нас вообще уже 50 уровень. Вообще красавчик. Усатый мужчин. Так, ну что, мы ждем с вами... Ага, здесь мы сделали уже 3 минуты. Давайте перекинем его вот сюда. И пусть он у нас антиродинчик делает 4 минуты и 23 секунды. Ладно, норм, сойдет. Постепенно, но пусть увеличивается. Кстати, можно, наверное, даже ускориться. Да, отлично. Можем даже еще, наверное, ускориться. Вот, ну а дальше пусть он работает в своем обычном порядке, уже не торопится. Так, посмотрим, что у нас здесь со стимпаками. 2 минуты 46 секунд. Значит, что они недавно выкинули 29 стимпаков у нас. Ну, нормально, с 29 стимпаками жить можно. Так, здесь у нас ребятки качаются. Двадцать две секунды. Тоже, в принципе, можно будет после того, как сейчас получим энергию, попробовать ускориться. Получить дополнительную энергию. Это моя любимая комната, сказал у нас робот. Мистер-помощник. Так, 1 секунда. И есть. Давайте ускоряемся. Ну, слушайте, за 1 минуту это они сейчас нормально будут делать все. Во, есть. Ладно. Пусть делают. Ну и заодно мы поднимем уровень счастья, потому что я так понимаю, что у нас некоторые ребята с низким уровнем счастья. Кстати, их можно будет попробовать в разные комнаты пасовать и поднять уровень счастья. 99, 100, 100, 100. Так, здесь все запучкасто.
Блин, дикий гули опять. Слушайте, недаром я антирадин-то делал, а? Вот так вот. Так, здесь вот придется подхилиться. Потому что иначе он просто не выживет. Ну что, давайте с гулями сражаться. Так, хилимся. Есть. А, ну, не знаю, есть смысл антирадин-то использовать сейчас или нет. В принципе, здесь не такие большие значения. Давайте вот так вот сделаем. Лучше пусть будет у нас все в безопасности в полной, чем будет риск какой-то повредить здоровье наших людей. Так, здесь мы ждем сейчас с вами 26 секунд. Спустимся вот в эту комнату. И сделаем еще... Ну и вот в эту можно еще несколько антирадинчика сделаем. Потому что, ну, еще раз говорю, что антирадин у нас... Так, надо продавать. Антирадин у нас уже в дефиците. Давайте мы всякую фигню напродаем с вами. Ну, а это мы с вами пока оставим. Это нам еще пригодится. Так, что у нас здесь? Все, мы здесь все сделали. Давайте мы вот в эту комнатку спустимся с вами. Вот в эту. Один в эту пойдет, один пойдет в эту. Чтобы понять, где нам лучше с вами производить. Сколько шансов у нас? Так, здесь 15, а здесь... 21. Ну нормально, давайте вот сюда тоже сбегаем. И с энергией у нас продолжается жопа. Жопа. Так, тогда давайте сделаем следующим образом. Сейчас мы вот вместо костюма оденем ему военную форму какую-нибудь. Военную форму. Так, у нас из... того бойца, которого мы отправляли на обучение. Кстати, где он у нас? В непонятном месте. По-моему, вот куда-то сюда мы его отправляли. Должна быть форма S5. S+5. Давайте посмотрим. Вот она. Я думаю, что этому кексику вполне пока что подойдет. Просто чтобы понимать, откуда он. Такая форма. А вот этому усатому дядьке мы дадим с вами... S+5. И тогда у нас будет чуть-чуть получше. Вот офицерская форма. Чуть-чуть получше будет. Тогда чуть побольше будет производиться электроэнергии. Я думаю, что нам ее тогда будет хватать. Потому что у него получится S-очка не просто 10, а 10+5, 15. Так что будет все запачкаться. Так, слушайте, друзья, мы же совсем с вами забыли. Мы хотели антирадин с вами накрафтить. Ну, блин, а здесь только 3 штуки делается. Ладно, пусть будет так. Ротараканчики. Окей. Ладно, сейчас давайте мы подождем, пока они все здесь скрафтят. И начнем с вами ускорение. Все, понеслась. Есть, давайте еще. И еще. Так, давайте подождем чуть-чуть, пусть они поднимут свое настроение. А то что-то у них какие-то тухлые лица. Особенно вот у этих двух. А, ну вот вроде этот развеселился, этот пока еще нет. Подождем с вами чуть-чуть. Потому что у нас вот этот уровень счастья общий был какой-то маленький. Ну вот сейчас уже на 10, плюс 10%, соответственно, мы будем производить больше энергии. Больше... Слушайте, опять дикий гули. Да что ж такое-то? Не жизнь, счастье, да? Ладно, у нас, по крайней мере, с вами сейчас уже антирадинчик появился. Ну, в достатке.
Лучше бы рейдеры пришли. Чего вы к нам всякую шушуру засылаете? Сегодня у нас прям день гулей. А как вы знаете, я гулей вообще ненавижу. Это просто какой-то трэш какой-то. Я считаю, что это самое стрёмное, что создали во вселенной Fallout. Так. Вот здесь вот. Ладно, давайте тоже апнемся, не будем жадничать. В конечном варианте это жизнь наших людей, наших поселенцев. Так, что у нас здесь идет? 26 секунд. Ну давайте сейчас мы тогда еще соберем через 20 секунд, ускоримся и перейдем в другую комнату, вот в эту, еще пособираем. Где-то тоже, чтобы штучек 30 на складе было. Ну, то, что антирадин, как вы понимаете, вещь такая прям жизненно необходимая. То есть где-то как 41 уровня достигаете, все, будьте готовы держать антирадин. Потому что без него вам придется туго. Эх, ёпарные кексы. Ладно, давайте отобьемся. Перекидываем их сюда, пока они не стали грустить у нас. Быстренько. Стой. Вот сюда. Все, отлично. Сейчас они туда придут, и там мы ускоримся с вами. Давайте активируем. Есть. Подождем, пока они станут чуть более счастливы. И потом еще попозже еще ускоримся. Так, что у нас с вами в пустоши происходит? В пустоши у нас потихонечку происходит прокачка. Странно, почему-то он ничего еще не поймал, хотя уже гуляет 28 минут. Очень странно. А это вот уже много чего здесь всякой фигни набрала. Ладно, пусть будет так. Окей, друзья. Мы им доверяем. Что у нас здесь с уровнем счастья? 98, 99 до 100 сейчас дойдет, да, наверное? Все до 100. Давайте еще раз ускоримся. Хотя 29 это уже риск определенный. Ну давайте, да, тогда еще пусть они посидят здесь у нас. Через полторы минуты мы вернемся, соберем отсюда еще антирадинчик, и тогда их перенесем вот в эту комнату, чтобы они занимались производством стимпаков. Где-то у нас, кстати, здесь таинственный незнакомец бродит, судя по звукам, но я его не вижу. Если вы его видите, то, пожалуйста, скажите мне. Таинственный незнакомец, где ты? Где ты? Нету его. Этой сволочуги нету, друзья. Ладно, окей. На нет, как говорится, и суда нет. Окей. Очень хотелось бы вот этот квест сделать. Задание вот это вот. Убить не менее 6 врагов рейдеров у входа. Оно, в общем, достаточно простенькое. Мы с вами получим ланчбокс и вау-вау, откроем его. Вот. И будет очень прикольно. Кстати, вот это, я не знаю, выполнить серию критических ударов. Может снять его. Всего лишь одну бутылку дадут. И мы особо сильно никуда не своим. Да что ж такое-то? Слушайте, люди, ну это трэш же какой-то. Что они все ходят, уходят? Вам что здесь? Проходной двор, что ли? Просто трэшак какой-то. Ну ладно, пусть идут. Кстати, уже пол хп нету у робота. Можно было бы здесь сделать какой-нибудь тюнинг роботов. Чтобы не только были мистера-помощники, а и другие типы роботов. Было бы прикольно. Или там, чтобы тоже им оружие можно было разное давать. Так, ну, вроде мы справились с вами с задачей. Давайте антирадин еще также применим. Ну, а подхиливаются они пусть сами уже. Без нашей с вами помощи. Кстати, у нас наша команда, да, здесь уже антирадин собрала. И я думаю, что мы их сейчас тогда вот сюда вот перекинем. Ой, не туда.
пусть делают нам стимпаки. Стимпаки вещи хорошие. Так, все. Здесь мы все сделали, пусть они уже делают свои дела. 49% не будем ускоряться. 3 минуты. Ну, терпимо. Потерпим. У нас с вами получается, что 22 антирадинчика. Еще один человек у нас делает по 2 антирадинчика. Ну, там, не знаю, с какой частотой. Ну, делает и делает. И получается, что еще вот здесь вот у нас будут делаться стимпаки. Пока мало. Вообще нам нужны врачи. Врачей у нас, друзья, с вами совершенно не хватает. Сейчас в энергоустановке у нас будет очередной прилив энергии. После этого мы с вами еще прибавим. Ускоримся. Есть. Ну вот, небольшой запас у нас организовался. Потому что что-то постоянно у нас вот этот вот балансирует на грани ползунок. Так, друзья, ну я думаю, что, наверное, пока что нам хватит. К сожалению, к нам так не пришли в гости рейдеры. Может быть, пару минут мы еще подождем и на этом будем заканчивать. Хотелось бы его на приятной ноте закончить, открыть какой-нибудь чемоданчик, а там, чтобы был какой-нибудь супер-пупер герой золотой, вот это было бы круто. Но, к сожалению, маловероятно. Да, такое есть. И, друзья, напишите, пора ли нам уже активировать набор из пустоши, потому что, собственно, вот эти два человека, которые были, они пришли из-за того, что мы с вами, если помните, несколько серий назад потеряли одного нашего бойца, плюс девчушку вот эту вот, которая бежит, она тоже будет скоро заминусована, то есть у нас будет 41 человек. Ну и, в общем, потихонечку мы можем, наверное, продолжать... О, я вижу, вот он. Можем продолжать набирать наших поселенцев в убежище. Ну, тут уже все будет зависеть от вашего желания. Надо набирать или еще пока пусть покачаются. Подождем, пока наберутся опыта, чтобы на нас не валились новые напасти. С другой стороны, можно дойти до 45 уровня. У нас с вами тогда появится возможность сделать игровую комнату и прокачивать лаки удачи. Тоже, в принципе, неплохой бонус. В общем, жду ваших решений. Пишите. Оставляйте свои пожелания, пишите имена для новых поселенцев. Всем пока-пока, приходите еще.